Знаю. Некоторых из вас действительно шокировало название этого видео, и поэтому я должен сразу извиниться за то, что это не кликбейт. В ролике я действительно буду представлять воспоминания одного из бывших узников концлагеря Аушвиц. Я так же, как вы, не понимаю, как мы ко всему этому пришли. Я просто делал обзоры на ролики о питании, и вот мы уже обсуждаем концлагеря. После разбора на доктора Берга, многие попросили в комментариях сделать разбор на Алексея Ворона. Парня этого я, честно говоря, на ютубе никогда не видел. В инстаграме я время от времени попадал на его стримы, не всматривался, вот, поэтому сложно было даже составить какое-то впечатление. Я открыл его канал, там полуторачасовые стримы постоянно какие-то, либо супер маленькие ролики. И найти материал для разбора было тяжело. Потому что делать разбор полуторачасового стрима не хотелось. Вот, я нашел небольшое, относительно получасовое видео, и подумал, что если в этом получасовом видео все будет нормально, то значит, в целом, наверное, с каналом все нормально. А если он уже в малом будет косячить, то, наверное, и в больших формах тоже можно будет найти большое количество косяков. Вот. Как вы понимаете, разбор меня привел в немецкие концлагеря. Давайте посмотрим вместе, что говорит Ворон, рассмотрим это с научной точки зрения, обсудим и сделаем какие-то выводы. Вот. Ролик, который мы будем сегодня смотреть, называется «Сделай это и похудей. Сброс веса за неделю». Погнали! Всем огромный пламенный привет, я вас приветствую в этом лайв-эфире, который будет сейчас проходить на супер важную тему, которая беспокоит очень многих ребят, и я решил сделать это видео самых базовых, самых основных. Интересная прическа у чувака, давно такого не видел. Условиях, которые, если вы будете выполнять, я вам гарантирую на 200% вы избавитесь от лишних килограмм. Я вам гарантирую на 300%, что в течение недели, выполняя вот эти пошаговые условия, вы добьетесь очень хорошего результата. Каждый должен рассчитывать на свой абсолютно индивидуальный результат. Но факт остается фактом. Вы похудеете, ребята. Если вы искали способ, как избавиться от лишних килограмм в течение недели, дать старт, дать толчок, дать заряд, дать вот этот энергетический, так сказать, пинок своему организму, вы на правильном видео. Я вас приветствую. Да, скажу сразу, что та методика, о которой будет говорить ролики, действительно позволит вам похудеть за неделю, но вот остальная часть информации про то, что это будет старт, пинок, энергетический заряд, она полностью не соответствует действительности. Но похудеть вы действительно за неделю на несколько килограмм сможете. Приветствую в прямом эфире, а вам всем огромное спасибо за то, что присоединяетесь, смотрите. И подчеркиваю, ребят, мои дорогие, мы с вами в прямом эфире. У нас родные сейчас подключаются на, собственно, уже 100 человек прям вот так за минуту подключилось в режим лайв. И нас будут смотреть, ребята, в записи. Спасибо огромное всем, кто уделяет время для этого видео, ребята. 100% способ похудеть в течение недели, выполняя 3 шага обязательных и один бонусный, которыми я сейчас с вами поделюсь, и вы однозначно потеряете лишние килограммы. Спасибо всем. Если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте кнопку лайка. Рядом с ней еще есть звоночек для того, чтобы всегда оставаться в курсе прямых эфиров. Мы всегда работаем в режиме лайв. Ребята, итак, вы решаете избавиться от лишних килограмм. Вы решаете похудеть и вы хотите наладить этот процесс прям идеально. Вы хотите, чтобы вы избавлялись от лишних килограмм и не задумывались особо сильно о том, как это все происходит. Вы не задумывались о том, почему это происходит. Вот это видео именно для вас. Мне нравится, что он четко сформулировал целевую аудиторию своих роликов. Люди, которые не хотят думать головой. Вот не хотят. Что у него, что у Берга, что у Базилио, что у биомашины. У них у всех одна целевая аудитория людей, которые не хотят думать. И таких, судя по количеству просмотров, очень много. У нас, например, на аудитории, на канале аудитория совершенно другая. Мы вообще не даем готовых ответов здесь. Мы, наоборот, пинаем всех зрителей, чтобы они начинали разбираться, начинали думать, начинали понимать, как что работает. Потому что глобально это не вопрос питания, это не вопрос тренировок, это вопрос лидерства, это вопрос отношения к жизни. И мне лично нужно, чтобы в жизни было больше людей, которые думают перед тем, как что-то делать.
Перед тем, как я начну рассказывать о пошаговых действиях, подчеркиваю, я не хочу, чтобы вы думали в этом видео над этими шагами. Вы просто берете эти пошаговые инструкции, выполняете их, получаете 200% результат за неделю. Что будет после недели, вы можете узнать из большинства моих видео. Что такое 200% результат в похудении? Ну, то есть, просто красивая цифра? О том, как поступать после, либо если вам нахуй захочется узнать больше о тех процессах, которые у вас происходят в организме, так сказать, углубиться, я приглашаю всех, мои родные, участвовать в моих марафонах. У нас следующий стартует уже в это воскресенье, 17 февраля. Мы отходим в открытое плавание, у нас мощнейшая 21-дневная программа. Если никто не возражает, я буду пропускать те вставки, где он просто рекламирует свои платные марафоны, потому что, наш обзор это никак влияет, на оценку качества информации, которую он дает, это никак не влияет, но просто вот слушать и вам, и мне эту очень навязчивую рекламу наверняка нет никакого желания. У нас тут вот в сотке, в 100-дневке мы даем базовую информацию, и то не особо глубоко куда-то вникаем, потому что объем информации, который нужно знать новичку для того, чтобы просто начать свою трансформацию, начать приводить себя в хорошую физическую форму, если он здоровый, более-менее человек, он огромен. Здесь же тут обещают за 21 день дать вам прям такое море. Ответ, который будет являться главным оружием для того, чтобы избавиться от лишних килограмм для всех тех ребят, которые хотят быстро, качественно, особо сильно не запариваясь по поводу калорий, как считать, как что делать, ребята, для вас видео сделано специально. Итак, ребята, три шага, которые вы сейчас должны выполнить обязательно в течение, подчеркиваю, с понедельника по воскресенье включительно, либо с дня, когда вы начнете, например, с четверга по четверг включительно, вы выполняете эти три шага и вы получаете результат. Итак, первый шаг. Я не прошу вас считать калории, я не прошу вас что-то взвешивать там прям с точностью до грамма. Это все абсолютно вам не нужно. Первый шаг. 1200 калорий вы должны съесть. И вы сейчас такие, ты только что сказал, что не нужно взвешивать и понимать. И не нужно взвешивать и понимать. Я сейчас вам дам набор продуктов, который уже идет порционно, который уже идет подготовленный для употребления в пищу. И вы просто берете 1200 калорий. Неважно, кто вы, неважно, сколько вы весите, неважно, сколько вам лет, неважно, какие у вас проблемы со здоровьем. Ребята, практически каждый может использовать этот набор продуктов, о котором я сейчас поговорю. Практически, подчеркиваю, каждый человек может использовать. Итак, поехали. Ну вот, собственно, это нас и подводит к нацистским лагерям. Вот эта вот фраза, что неважно, кто вы, неважно, сколько вам лет, неважно, какой у вас сейчас вес, неважно, какой у вас режим питания, как вы работаете, какие у вас энергозатраты, какие у вас болезни, есть ограничения, просто берите и 1200 калорий делайте. И я где-то уже слышал вот это вот единый подход ко всем на 1200 калорий. И знаете, где я его слышал? Точнее, где я про это читал? На сайте концлагеря Аушвиц бывшего. Там есть описание примерного дневного рациона, который был составлен немецкими врачами. Они очень внимательно составляли рацион таким образом, чтобы были минимальные затраты на производство этого рациона, но в то же время максимальная отдача от узников немецких евреев, которым нужно было много и тяжело работать каждый день. Если вы посмотрите, какой рацион, если вы посмотрите его калорийность, то я даже приведу цитату. Цитату я специально подобрал для этого дела цитату. Вот. Доктора Рудольфа Витика, который содержался в Аушвице номер 3, Моновиц, я не знаю, как он называется, с ноября 42 года по февраль 43 года, и, используя свои знания, он оценил, что дневной рацион, калорийность дневного рациона заключенного, который как бы участвовал в тяжелом физическом труде, то есть заключенный на этом рационе смог выполнять ежедневно тяжелый физический труд, составлял примерно 1100-1200 калорий в день. Кстати, это приводило, по его, опять же, оценкам, к потере 2-4 килограмм в неделю. Причем в течение нескольких недель, вот когда человек пребывал, его сажали на строгий, всех людей сажали на строгий рацион, один и тот же, вне зависимости от того, какой это был человек, сколько он весил, сколько ему было лет, какие у него были заболевания, это никого не волновало. Всех сажали строго на 1200, и люди начинали терять вес, естественно. Правда, главная проблема с таким рационом, о которой говорит доктор Рудольф Витик, заключается в том, что
очень быстро подрывалось здоровье заключенных, очень быстро. Они становились гораздо более слабыми, более подверженными различным заболеваниям, в том числе вирусным. У нас сейчас вот здесь коронавирус бушует со своими самыми неприятными последствиями. И, соответственно, они очень-очень быстро потом умирали. Да, от такого. Не все, конечно. Рабочей силы у немцев тогда хватало, поэтому их не особо заботило, если кто-то умирал. Их заботила экономическая эффективность. При этом, естественно, следует отметить, что чем больше у вас будет гэп, чем больше у вас будет разница между вашим текущим рационом и вот этими 1200 калориями, что является крайне малым количеством, тем сильнее вы будете худеть. То есть, если сейчас вы едите 3-4 тысячи калорий в день, то уменьшив свой рацион в 4 раза, естественно, вы будете худеть по закону сохранения веса. Причем худеть вы будете резко. То, что это не полезно, не здорово, это факт. Но то, что вы будете действительно худеть при таком резком ограничении калорийности, дефицит калорий, вы, естественно, будете худеть. Но с нацистами мы еще не закончили, мы к ним вернемся. А сейчас послушаем дальше Алексея Ворона. Ваш рецепт на 1200 калорий. Ни в коем случае не опускаться ниже. Это мое правило, не опускаться ниже 1200 калорий. Подчеркиваю, выполняя все три обязательных условия, вы похудеете. Итак, первое условие. 1200 калорий вы едите всю неделю. Что такое 1200 калорий? Это 100 грамм сыра. Это 100 грамм твердого сыра, подчеркиваю, качественного, хорошего. Это чеддер, амстердам, неважно. 100 грамм хорошего сыра вы едите в день. То есть это не на неделю, это на один день. Я вам сейчас рассказываю, что вы съедаете за один день. Потом я расскажу, когда вы съедаете. Потом я вам расскажу, что еще нужно делать. Так вот, ваша первая, первый продукт. Сыр 100 грамм. 100 грамм яиц вы используете. Затем вы можете использовать 100 грамм авокадо. И ваш четвертый, пятый продукт. Это 50 грамм орехов и это 50 грамм черного шоколада. У вас 5 продуктов на день. Божественно, обалденно вкусных, насыщенных правильными жирами, насыщенных обалденным количеством белка, насыщенным минимальным количеством, но при этом содержащими углеводы, но минимум углеводов. Я вам сейчас не буду рассказывать, какие типы углеводов, для чего это все действует, что такое инсулинорезистентность, если вы захотите, здесь будет видео, ссылка о том, как глобально это все происходит. Просто примитивная базовая инструкция для того, чтобы вы начали. Первый толчок, первое движение. Что касается калорийности. В принципе, если вы ограничите свой рацион 1200 калориями, вы будете худеть, вне зависимости от того, из чего это будет состоять. С точки зрения того, что питание должно быть разнообразным, когда вы так резко себя ограничиваете, это все равно будет огромным ударом по здоровью, поэтому делать себе огромный удар по здоровью, а потом думать, как бы сделать этот удар по здоровью чуть менее болезненным и не смертельным, это интересная логика, честно говоря. И в плане балансировки продуктов, ну, за исключением того факта, что он выкинул хлеб, мы можем сравнить рационы по содержанию, которые давали нацисты узникам в концлагерях, и то, что предлагает Ворон. И я даже замечу, что авокадо присутствует и там, и там. И это меня, честно говоря, очень сильно удивило. Ну, то есть понятно, что авокадо – это хороший источник жиров, жирных кислот, но то, что он прям и там присутствует, это для меня стало новостью. Главное отличие между двумя рационами является то, что у Ворона есть яйца, которые являются самым лучшим источником белка, у них наиболее полный аминокислотный профиль, наиболее близкий к тому, который нужно человеку. В то время как у немцев никаких яиц, естественно, не было, это дорого, и они давали большой ломоть хлеба. Там, по-моему, 300 грамм хлеба давалось, он обеспечивал энергетическую потребность человека, занятого тяжелым физическим трудом. Вот, то есть они давали ему огромный кусок хлеба вечером, чтобы он и до конца дня протянул, и еще утром мог работать до приема пищи на той энергии, которую получит от большого куска хлеба. Ну и, соответственно, он может сам выбирать, когда его этот кусок есть. Таким образом, в плане содержания рациона, действительно, яйца – это белок, сыр, авокадо, орехи – это все жирные кислоты разные, полезные, это все замечательно. Шоколад, эндорфины. Шоколад вообще полезная штука. Я не знаю толком, зачем он ему. Думаю, что с точки зрения эндорфинов, для того, чтобы люди выдерживали всю эту тяжесть такого резкого перехода от своего типичного рациона к такому урезанному. Посмотрим, что он сам дальше скажет про шоколад. Но мое предположение такое. Вы
выполняете мои пошаговые указания, и вы начнете худеть. Так вот, у вас 1200 калорий. Вы берете 100 грамм сыра, подчеркиваю, 100 грамм яиц. Это могут быть вареные, это может быть яичница, это может быть что угодно. Это примерно 2 яйца. 100 грамм сыра – это ваша пачка. Вы покупаете, у вас там в пачке 200-250, вы на глаз ее поделите пополам, вот вам 100 грамм. Элементарно. 2 яйца – это 100 грамм сыра. Авокадо, 1 целый авокадо – это 200-250 грамм. Обычно пол авокадо отрезали, все, не нужно запариваться, считать, углубляться, там что-то взвешивать, элементарно. Орехи вы купили пачку, подчеркиваю, не орехи с сухофруктами, не какие-то мудреные орехи, не какое-то там что-то куда-то, обычные орехи грецкие. Это могут быть любые орехи, любые, не сладкие, не соленые, просто орехи, смесь орехов. Вы переворачиваете этикетку и смотрите, чтобы у вас там были только орехи в составе, не нужно никакой мудреной, в общем, этой всей истории, просто орехи, ребята. Далее вы берете, значит, 100 грамм сыра, 100 грамм яиц, 100 грамм авокадо. Объяснил уже, как это все считать. Орехов 50 грамм. Смотрите, сколько в пачке и понимаете, в пачке 100, значит половина, в пачке 200, значит четверть. Все элементарно просто. И шоколад. Вы покупаете качественный шоколад. Не просто какую-нибудь фигню, там 75%. Вы разворачиваете, и здесь я вас попрошу, пожалуйста, посмотрите на этикетку. Иногда производитель говорит, ой, у нас 90% какао, а ты переворачиваешь, там 30 грамм углеводов. Значит, это 70% какао. Переверните, пожалуйста, свою этикетку и посмотрите, 85% минимум, то есть у вас должно быть 15-17 грамм углей там. Вы переворачиваете, смотрите, белки, жиры просто на углеводы. Углеводов не должно быть больше 17 грамм. Если больше 17 грамм, все, в хлам, вам не нужно, в топку. 10 грамм углеводов максимум, который вы должны быть, 90% шоколад, идеально. Вы поняли, 100 грамм сыра, 100 грамм яиц, авокадо 100 грамм, 50 грамм орехов, 50 грамм сыра. И вот это 5 продуктов, которые вы едите каждый день, мега насыщающие вас. Ну, в том плане, что он говорит, простой способ определять размер порции, да, если у вас пачка 200 грамм, вы пополам, вот вам 100 грамм, это, конечно, полезный совет, да, то есть умение так вот быстро, если заниматься нормальным рационом, не вот вгонять себя в концлагерный, так скажем, рацион, а при нормальном приготовлении пищи, при разбиении на порции, когда вы себе формируете свой рацион, на день, на неделю, на месяц, да, как вы будете питаться, то подобный способ, чтобы не надо было взвешивать каждый продукт, когда вы знаете, сколько вам нужно именно получить калории из того или иного продукта, или вы знаете вес порции, которую вам нужно сделать, то такой вот простой способ по определению по упаковке очень удобный. В плане питательности, насыщаемости. Так, когда я делал видео с разбором Алексея Гордовского, мы там рассматривали рацион лося. И там у него, по-моему, за завтраком больше калорий, чем здесь предлагается человеку за день. 1200 – это минимальный порог для того, чтобы человек мог существовать, функционировать и заниматься трудом. Это минимальный порог. И худеть вы действительно будете, действительно. С этим никто не спорит. С законом сохранения энергии спорить вообще глупо, честно скажу. Вот. Но худеть вы будете именно за счет того, что 1200 – это намного, намного ниже, чем ваш текущий рацион. А вот если вдруг вы 6-летняя девочка, я не знаю, там, которая питается до 1200 калорий, условно, может быть, 12-летняя девочка, я не знаю, и 1200 будет примерно соответствовать вашему текущему рациону, то никуда худеть вы, естественно, не будете, конечно же, потому что худеете вы за счет дефицита создаваемого. К слову, ни слова про дефицит Алексей Ворон пока что не сказал. Он вот уперся в эти 1200 калорий, но почему они будут работать, он не объяснил. С другой стороны, он сказал, что это видео для тех, кто не задает вопросы и просто следует рекомендациям и даже не думает, что он делает. Поэтому, наверное, все мои вопросы, которые возникают, они останутся без ответа. Про шоколад я тоже не понял. Да, не понял я про шоколад. Зачем он здесь и почему такое строгое ограничение? Ну, видимо, по углям ограничение, чтобы в калорийность влезть. С другой стороны, калорийность. Одна килокалория, 1 грамм углей – это 4 килокалории, то есть 10 грамм 40, 20 – это 80. Ну да, многовато получается, наверное, 10% дневного на шоколад, если брать 30, чтобы 30 углей было. Ну, может быть, может быть. Но зачем вообще шоколад здесь? Я могу только догадываться.
дающие вам мега пользу. Яйца вы можете сварить, вы можете сделать мешочек, вы можете сделать крутую, вы можете поджарить, вы можете сделать все что угодно. Вы можете сделать потрясающее блюдо, поджарить яишенку, положить себе сырочек, нарезать авокадо красивенько и просто красавица, умница или красавчик, и вот вам обед. Первое блюдо, которое вы используете, немножечко сыра, немножечко шоколада, и последнее блюдо, немножко сыра, шоколада. Сейчас мы с вами подходим. Это обед, это по идее получается, если вы приготовите яичницу из двух яиц, сверху нарежете вот эти вот половину авокадо, немножко посыпьте сыром, вы практически весь свой дневной рацион в обед съедите. А утром будете голодать, и вечером будете голодать, и как это вообще должно работать? Когда это все нужно кушать и как это нужно все кушать? У вас самая простая, самая базовая схема. Я сейчас вам не буду рассказывать о интервальном, периодическом голодании, о том, что происходит с гормонами человека. Вам это все не нужно абсолютно, ребята, не нужно. Супер базовая простая схема. Я вас просто прошу, вот эти продукты, 5 штучек буквально, которых я говорю, 7 дней, о которых я говорю, вы кушаете с 12 до 19 элементарно, ведь просто, правильно? Вы думаете, о боже, что я буду до 12 есть, я же умру с голоду. Не умрете, не бойтесь. Пейте воду, пейте чай, пейте кофе. Все просто. Ребят, 12 часов вы уверенно дойдете до 12. Будет сложно купить себе рыбий жир в аптеке. Пейте 5-6 капсул рыбьего жира. Утром прям выпили и запили водичкой и пошли. Это рыбий жир, он будет давать вам классные полезные жиры и будет вам позволить вам чувствовать себя сытым долго и классно. Поддержите лайком скорее, 5-6 капсул рыбьего жира каждый день, чтобы чувствовать себя классно, потому что в нем классные жиры, классные жирные кислоты. Если вы уже смотрели ролик про White Anka, то я там говорил о том, что различные фитнес-гуру отличаются от людей, которые следуют научному подходу, именно в использовании своеобразной лексики и яркой, привлекающей, но не имеющей под собой никакого основания. То есть говорить, что в рыбьем жире классные жиры, классные жирные кислоты, но это не серьезно. Ребят, это вообще бомбезные. Пейте рыбий жир, бомбезные жирные кислоты. Это не серьезно. То, что вам будет очень голодно, с учетом того, что вы еще углей не даете, да, углеводов вы не даете, немцы как? Немцы давали кусок хлеба, чтобы человек мог в течение дня его есть, и у него была подпитка углеводами, и он мог трудиться. Я предполагаю, что его можно было есть в течение дня, вряд ли его давали сразу, и ты за вечер его сожри. С учетом того, что там еще в воспоминаниях этого доктора писалось про то, что воровали еду у людей друг у друга. Короче, то я предполагаю, поэтому, а здесь пейте воду. Ну, на сухом голодании действительно человек может достаточно долго быть, в отличие от голодания без воды, да, обезвоживание, оно произойдет гораздо быстрее. Пытаться водой забить свой голод и утром, и вечером, и единственный прием пищи у вас будет в обед, если вы вот так, очень маленькое количество, которое он говорит, 1200 калорий, это очень-очень мало. Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают гастроэнтерологи, вот. Может, у него с ними договор на поставку в какую-нибудь клинику людей с проблемой. С гастритом, с язвами, с проблемой желудочно-кишечного тракта. Общее правило. Общее правило. Организм – это система, которая стремится к гомеостазу. Она стремится поддерживать свое состояние, вот в котором она находится, вот оно ей комфортно, она стремится его поддерживать. Любые попытки резко выбить организм из гомеостаза будут не очень приятны, потому что организму это не понравится. Это огромный стресс. Вы можете прийти в качалку и сразу попробовать пожать 100 килограмм. И для организма это будет огромный стресс, и я думаю, что у вас ничего не получится, штангой вас придавят. Когда мы говорим про тренировки, люди это понимают. Когда мы говорим про питание, у людей почему-то такого понимания нет. Они хотят получить результат как можно быстрее, вот, и готовы прям себя истязать, но похудеть на пару килограмм за неделю. Они не понимают, что будет с ними происходить дальше. Что будет происходить через месяц, какие будут последствия у того, что они делают. Поэтому любые изменения должны начинаться с малого. Китайская народная мудрость. Путь в 1000 ли начинается с первого шага. Не с первого забега на 42 километра, да, а с первого шага, маленького шага. Это для тех, кто думает головой. Это мой ролик для тех, кто думает головой. И кто понимает, о чем я говорю. Кто не хочет думать головой, ну как бы. Что нам с ними делать? Как их вразумить? Пишите в комментариях предложение, как мы можем вразумить людей, которые не хотят думать своей головой. Отчасти, что у меня есть из идей, да, пользуясь случаем, хочется рассказать. Я хочу перейти от канала с разборами к созданию полноценного, независимого, то есть финансируемого за счет средств сообщества, научно-исследовательского института.
который бы занимался распространением научной информации, популяризацией научного подхода, собирал бы информацию самостоятельно, проводил какие-то эксперименты, исследования, делал бы научные публикации и двигал бы все это в массы. Причем делал бы это совершенно бесплатно, потому что знание – это не товар. Я в этом убежден. И я убежден, что для развития дальнейшего человечества нам нужно обеспечить циркуляцию научно подтвержденного знания, научно подтвержденной информации среди всех слоев общества. И в этом плане нам предстоит сражаться с огромным количеством мракобесия, с огромным количеством необразованности, с огромным количеством когнитивных искажений, свойственных людям, которыми успешно пользуются вот подобные авторы, потому что большинству людей на данный момент, к сожалению, не хочется думать своей головой, они хотят готовых ответов, готовых решений. И они даже готовы за это отдавать деньги. Люди готовы платить деньги, лишь бы не думать своей головой. Как говорил Генри Форд, опять вспоминаем нацистов, да, Генри Форд у нас. Думать своей головой – это одно из самых трудных занятий в мире. Именно поэтому так мало людей им занимается. 200 человек трансляции, 100 лайков у нас. Скорее, мне нужен лайк и мне нужна подписка, если вы еще не подписаны. Где-то здесь по углам есть возможность подписаться, и там же нажимайте скорее звоночек, потому что звоночек будет вам сообщать о начале трансляции, когда мы только начинаем. Итак, мы продолжаем. Смотрите, мы обсудили 5 продуктов, 1200 калорий, 100 грамм сыра, 100 грамм яиц, 100 грамм авокадо, 50 грамм орехов, 50 грамм черного шоколада. Не просто какой-то, черного, настоящего. Не пожалейте денег на неделю. Вы съедаете это все с 12 до 19. Если вам кажется, что вы до 12 рехнетесь, не бойтесь, не волнуйтесь, абсолютно элементарно, просто вы до 12 выпиваете 5 грамм рыбьего жира, это супер полезно. В капсулах, все. И дальше с 12 до 19 первый прием пищи вы берете, например, там, половину вашего шоколада, половину вашего, ваших орехов, покушали, затем основной прием пищи с яичинкой, с авокадкой и с сыром, и затем в конце вы закрываетесь, ваши 3 приема, можете делить как вам угодно, хоть поштучно все есть, не имеет никакого значения, главное, что вы съедали эти 1200 калорий в окне с 12 до 19, и теперь подключаем наше третье обязательное условие, при котором вы будете ходить, 10 тысяч шагов, и это будет вашим расходником. Родные мои, неважно, мне все равно. Это второе условие. Второе условие. Первое условие у него было 1200 калорий, а второе про 10 тысяч шагов. Второе условие. Очень тяжело смотреть стримы, потому что человек повторяет одну и ту же информацию кучу раз, еще путается, ошибается. И плюс они еще очень длинные. То есть всю ту же информацию можно было поместить в отдельный ролик гораздо меньшего размера. И вам все равно, сколько вы весите. Вы весите 50, вы весите 150. Вы на 1200 калориях, о которых я говорю, будете чувствовать себя сытым, прекрасно снабженным правильными качественными жирами. Вот такими жирами, как лайк, который вы сейчас ставите этому видео. Вот такие жиры в продуктах. Прям. Вот такие вот белки в продуктах, да? Аминокислотный профиль, состав, это все ерунда. Вот такенные белки, вот такенные. Не будете вы чувствовать себя сытым и веселым и бодрым, ребятки. Особенно если вы весите 150 килограмм. Вот если 50 килограмм весит девушка какая-нибудь молоденькая, которая привыкла завтракать круассаном и кофе, и то она останется без круассанов своих любимых, и еще в это можно поверить. Но в то, что 150-килограммовый человек вот на этом питании будет чувствовать себя сытым и бодрым и вот такенным... Подождите. Мне надо прийти в себя перед тем, как мы продолжим, потому что мы посмотрели всего треть этого видео. Я не представляю, что будет дальше. Вы будете чувствовать себя божественно. Вы прям ходите 10 тысяч шагов, обязательное условие. И вы можете даже не тренироваться, вам не нужно ничего вообще, просто 10 тысяч. Вы берете ваш телефон, берете ваш Apple Watch, берете ваш просто телефон и активируете на нем ваше приложение здоровья, шагомер, Steps App называется, просто кажется, вот последнее приложение, которое я тестировал, шаги, родные, 10 тысяч шагов, элементарно, ведь просто, это абсолютно несложно, с утра ходим, и 10 тысяч не за раз, 10 тысяч за весь день, или же вообще, что такое 10 тысяч, я вам сейчас покажу, у меня сейчас, ребята, у меня сейчас 2 часа дня, и у меня сейчас 7400 шагов, у нас только проходил в Инстаграме челлендж, если вы на мой Инстаграм не подписаны, то почему вы еще не подписаны на мой Инстаграм, ссылка внизу на этот Инстаграм, у нас проходил месяц, 10 тысяч шагов, мощнейший, потрясающий челлендж, где я предлагал ребятам сдавать статистику, и все ходят здесь вообще простейшим образом. Так вот. Ну, не то, что сможете не тренироваться, да, делать 10 тысяч шагов. У вас просто энергии не будет для того, чтобы тренироваться.
Я сейчас сходу не могу посчитать, какое количество энергии в среднем тратится на 10 тысяч шагов, да, там будет зависеть от веса, естественно. Но у меня есть серьезные подозрения, что из тех вот 1200 калорий, которые вы будете получать, достаточно серьезную часть вы будете тратить на эти 10 тысяч шагов. То есть у вас будет образовываться еще более мощный дефицит, еще больший дефицит калорий, из-за чего вы, соответственно, будете худеть. Честно говоря, худеть вы будете и без этого, естественно. Худеть вы будете и без калорий просто за счет того, что у вас очень большой гэп между вашим текущим рационом и 1200 калориями. Дефицит вы будете худеть без него. Зачем добавлять сюда 10 тысяч шагов? 10 тысяч шагов. 10 тысяч. Человечество эволюционировало 200 тысяч лет и пришло к тому, что ходить без просто вот впустую ходить 10 тысяч шагов на шаге, вот, что в приложении было. Даже можете не тренироваться. Еда, 5 продуктов, в этом весе, в котором я говорил, в этом окне, о котором я говорил, 10 тысяч шагов вы делаете каждый день, и это суммарно за сутки, это же просто с полуночи до полуночи вы делаете просто 10 тысяч шагов, и все, и вам ничего больше не нужно. И при этом, при всем, ребята, это 3 основных шага, я вам сейчас скажу о 4-м шаге, бонусном, о котором я, собственно... Так, еще раз, я увидел 2 шага. 1200 калорий и 10 тысяч шагов. Или он эти калории по составу разбил, и это тоже важный шаг. Напишите в комментариях. Первый шаг — это ограничение по калориям, второе — ограничение по составу этих калорий, и третий — 10 тысяч шагов. Ну, тогда да. Тогда получается все правильно. Ну, обязательно. Это вода. Прошу вас, пожалуйста. Давайте вы постараетесь пить 2 литра воды. В этом случае, если вы неделю будете покупать вот эти продукты, о которых я говорю, которые чистые, полезные, классные, вкусные, замечательнейшие продукты, о которых я сейчас говорю, 5 штук, пожалуйста, не поскупитесь. И 2 литра каждый день берите воды Evian или Vitel. Не поскупитесь на 7 дней всего-то. Что вам стоит? 7 дней вы выпиваете каждый день по 2 литра воды. А ну когда последний раз видел цену на Evian? Чего вам стоит? Немало так стоит, честно говоря. Вода с хорошим уровнем. Опять же, не буду вас грузить, но вода с высоким уровнем pH, очень полезная для организма, которая будет классно ощелачивать и будет супер полезная для вас. Адепт, последователь теории шлаков, отщелачивать у него будет ёшкинку. Будете питать себя энергией, это... Вода стоит дорого не потому, что она просто модная и брендовая. Это вода, потому что у нее высокий pH и классный минеральный состав. Нет, она стоит дорого, потому что она брендовая. Если ты смотрел разбивку по наценке, по себестоимости бутылок минеральной воды, у Evian нет такого обоснования для того, чтобы она так дорого стоила. Но то, что это премиальный бренд минеральной воды, это как раз и позволяет делать высокую наценку, потому что люди будут это покупать. Умоляю вас, используйте вот эти 4 простых, подводим черту сейчас, 4 простейших условия, которые вам выстрелят за 7 дней. Во-первых, вы поборете инсулинорезистентность, во-вторых, вы будете сытыми, во-третьих, вы будете избавляться от отеков, в-четвертых, вы будете, родные мои, использовать чай, кофе. Прошу, пожалуйста, исключите сахар в это время весь. В-пятых, вы научитесь левитировать, в-шестых, читать мысли, в-седьмых, освоите трансцендентное перемещение, да, и сможете посещать другие планеты. Единственное, что смешно, когда он сказал инсулинорезистентность, я сразу же вспомнил нашего прекрасного доктора Берга. Если кто не смотрел на этот ужас обзор, посмотрите обязательно. Вот у него там тоже чуть что, сразу инсулинорезистентность и кето-диеты. Кето-диеты, инсулинорезистентность. И все. У него две проблемы в мире. Никаких больше продуктов, кроме тех продуктов, о которых я говорю. То есть вы пьете напитки, в остальном, которые содержат 0 калорий. Это чай, кофе, это ваши травы, это что угодно. Любые напитки, любая вода, абсолютно все очень просто. Главное, не добавляйте в ваш кофе сахар, не добавляйте в ваш кофе молоко, не добавляйте в ваш кофе сливки, просто черный кофе, просто черный чай или обычный зеленый чай. Элементарно ведь, правильно? И давайте мы с вами пройдемся по 4 основным пунктам. Давайте последний раз мы закрепим, я буду отвечать сейчас на ваши вопросы. Поддержите просто лайком и подпиской, если еще не сделали. И под этим видео в описании мои марафоны, о которых я говорю, мощнейшие 21-дневные марафоны, где мы просто меняем жизни, мы лечимся, мы оставимся. Вот последний отзыв, который я в Инстаграме, кстати, постил, если не подписан, обязательно ссылка на Инстаграм. Так, собственно, на этом ролик заканчивается. Дальше у него идет мощнейшая, как лайк, который вы сейчас поставите под этим видео, реклама его марафонов, и потом идут ответы на вопросы. Мы их не будем сейчас разбирать, извините, пожалуйста, но мне и вот эти 13 минут дались очень и очень тяжело. Что
можно сказать по итогу? По итогу все очень плохо. То есть вот делай, как я говорю, и не задавай вопросы. Это прям по методичкам тоталитарных сект, где у них есть лидер, чье мнение и чьи слова безоговорочно нужно принимать на веру, даже без объяснений. Естественно, без объяснений, потому что объяснений быть не может. Вот, ты следуешь, ты все делаешь. Если вдруг ты не получаешь результата, который должен был получить, то ты виноват. Ты что-то делал не так. Ты плохой. Лидер, естественно, мощнейший, классный, безгрешный. И нельзя задавать вопросов, почему он именно такой. Ни в коем случае. Это прям вот одна из таких ключевых вещей в тоталитарных сектах, к сожалению. Вот. Тем печальнее, что видео Алексея Ворона собирают огромное количество просмотров среди людей, которые не разбираются. Но если вернуться к теме видео, да, «Сделай это» назывался ролик, и «Похудей. Сброс вес за неделю». Да, без вопросов. Вообще. Это не кликбейт. Действительно, следуя тем рекомендациям, которые дает Алексей в этом видео, ты похудеешь. Вот как бы другого и быть не может. Это законы физики. Насколько это полезно для здоровья? Даже если ты вот в краткосрочной перспективе, тебе кажется, что ты похудел, ты зарядился, ты стал бодрее себя чувствовать, легкость, хотя этого не должно быть, по идее, потому что у тебя будет суровый дефицит калорий, и это огромный стресс для организма, но мало ли там... Эффект плацебо никто не отменял, да, то есть все может быть. Для организма это огромный удар, конечно. И опять же, если возвращаться к воспоминаниям вот этого доктора из Аушвица, то он потом писал, что людям требовались месяца на то, чтобы вернуться к нормальному своему рациону, к нормальной жизни, вот восстановить весь потерянный вес, да, и восстановить здоровье более-менее. Насколько вот полвека, 70 лет назад можно было диагностировать здоровье у людей, прошедших через концлагеря, вот им требовалось несколько месяцев на то, чтобы набрать потерянный вес обратно. Но он все равно потом возвращался, естественно. Долгосрочно вести подобную стратегию по питанию нельзя. То есть вот ты неделю так попитался, скинул 2-4-5 килограммов, а что будет потом? Наступает новая неделя, новый понедельник, и что ты будешь делать? Питаться так дальше нельзя, это ж капец просто. Это... ты угробишь все свои системы, им будет не хватать. Организму не хватает энергии, а организму не хватает критически строительных веществ. При этом у тебя ежедневная твоя нагрузка, при этом еще 10 тысяч шагов, я не знаю зачем. Организм будет угасать. Если нагрузка, которую ты даешь своему организму, превышает его возможности по восстановлению, то ничем хорошим это в итоге не закончится. И так же, как знаешь, вот если ты сидел на диване, 20 лет, ничего не делал, не занимался спортом, потом вышел, позанимался, резкий скачок, то ты не превратишься сразу в качка. Ты не сможешь себя так резко изменить, потому что вот весь твой прошлый опыт, весь твой запас диванности, будем называть это свойство таким образом, он есть. И для того, чтобы его перевести в новое состояние спортивности, потребуется много времени. Точно так же, если ты 20, 30, 40, 50 лет до этого питался нормально или плохо, то за одну разгрузочную неделю ты не сможешь нанести серьезный урон своему. Вероятность нанести его есть, но, скорее всего, с большой долей вероятности ничего не произойдет. Ты просто похудеешь на вот пару килограмм. Потому что тебя будет спасать весь тот вот запас прочности, который у тебя накопился за это время. Весь тот вот жировой даже запас, он будет тебя поддерживать. Но чем дальше ты будешь двигаться в эту сторону, тем больше будет возникать проблем. Кстати, с суровыми веганами точно такая же история. Очень многие начинают ограничивать себя в еде, питаться только растительной пищей, не следя при этом за аминокислотным балансом, естественно, не следя за балансом других веществ. Да, витамина В12 того же самого, например, которого нет в растениях. И первое время они могут чувствовать себя замечательно, это не секрет. Но чем дольше они туда уходят, тем большее количество проблем у них начинает возникать, и многие в них не сознаются. И это приводит нас к еще одной истории. Разве я могу закончить это видео, не рассказав вам еще одну интересную историю, тем более, что у меня есть телефон под рукой. А когда у меня под рукой телефон и интернет, то у меня есть возможность рассказывать очень классные истории. И сейчас будет история про то, как люди впервые открыли радиоактивность. Когда ее открыли, вы не поверите. Народ же не знал еще тогда, что она очень вредна. И поэтому начало появляться огромное количество разнообразных лекарственных средств, чудодейственных, которые спасали от всего и лечили от всего. Вот таких вот классных, да? Супер просто, с использованием радиоактивных элементов. И вот одна из интересных, известных историй касательно всего этого, она
идет про известного богатого промышленника и плейбоя из Питтсбурга, которого звали Эбен Байерс. Вот. Тогда в ходу в том числе очень активно продавался, очень был популярен жидкий радитор производства радиовых лабораторий Бейли в Ист Оранже, в штате Нью-Джерси, да? И это радиоактивный элемент. И вот этот вот Эбен Байерс, богатый промышленник, когда ему врач порекомендовал попробовать радитор для лечения ушибленной руки, да, вот понимаете, ушиб руку, там, я не знаю, медиальный эпикантилит у вас, а врач вам прописывает радиоактивные вещества. В общем, он начал этот Эбен Байерс пить радитор, ему так понравилось, что к декабрю уже 27-го года он выпивал несколько флаконов лекарства в день. Заявлял, что лекарство не только улучшило ему состояние руки, но он ощутил прилив жизненных сил и сексуальной энергии. То, что когда люди не понимают, что они делают и не разбираются в этом, когда состояние науки не позволяет ответить на вопрос, что же происходит. В общем, к 1931 году, я замечу, 4 года этот человек направо и налево рекламировал радитор всем своим друзьям, знакомым, в том числе заставлял его пить своих подружек бесчисленных, да, это же Питтсбург, 20 век, богатый промышленник, что вы хотели. Только 4 года спустя его здоровье резко ухудшилось, он похудел, начал страдать сильными головными болями и заметил, что зубы начали выпадать один за другим. Эксперты пришли к выводу после его обследования, что его тело начало разлагаться, то есть лучевая болезнь у него произошла. 4 года спустя. Ему удалили верхнюю челюсть, большую часть нижней, а в черепе у него возникли дыры. И в итоге он умер от отравления радиоактивными веществами. Но это произошло все спустя несколько лет потребления огромного количества радиоактивных веществ. Понимаете? И все это время, до того, как начались страшные последствия, он был уверен, что это все классно, супер, ему помогает. Потому что он не понимал, что он делает. Он не задавал вопросы. Он следовал рекламным всяким объявлениям, которые говорили, что это чудо спасает от всех болезней и делает вас супер-мега-классным, как вот этот лайк, который вы поставили к этому видео, если еще не поставили. И у него ни один звоночек в голове не прозвенел. Звоночек, кстати, тоже под видео, чтобы вам приходили уведомления о новых роликах. Ни один звоночек у него в голове не прозвенел о том, что что-то идет не так. Потому что именно так и работает радиоактивность. Мы ее не чувствуем. Наших органов чувств человека недостаточно для того, чтобы ощутить на себе, как происходит альфа-бета-гамма-излучение, понимаете? Это к вопросу о том, что многие говорят, а вот на моем опыте, а вот я попробовал, а вот мне помогло. Нет, это так не работает. Это так не работает. В общем, вот такой вот вышел обзор. Если хотите, чтобы больше было обзоров, то обязательно пишите в комментариях, кого разобрать следующим. Желательно, пожалуйста, пишите сразу с ссылками на конкретные ролики, потому что перебирать все творчество отдельных личностей у меня нет ни времени, ни возможности, поэтому буду благодарен, если вы сразу будете указывать, кто где, по вашему мнению, накосячил или чьи заявления у вас вызвали какие-либо вопросы. Это будет большая помощь. Также напоминаю, что поддержать наш канал, помимо сайта Boosty, можно покупками на сайте нашего спонсора, магазина workoutshop.ru. Это лучший спортивный инвентарь для тренировок дома и на улице. И там же есть отличная одежда для тренировок в холодное время года с вот таким вот потрясающим капюшоном с защитой горла. И плюс эти толстовки очень длинные, поэтому поясница всегда будет закрыта и ничего никуда не задует, не продует. Пока все размеры есть в наличии, делайте заказ. И увидимся в следующих роликах. Пока!